наконец-то можно выдохнуть, друзья. Полдень за полярной столицей. Пятница у нас на календаре. И новый выпуск открытой студии на телеканале Арктик ТВ и радиостанция Рекорд. Меня зовут Алексей Баринов. Приветствую всех категорически. И сегодня, друзья, мы будем обсуждать с вами интересную тему. Звучит она как бабушка примерного поведения 2022. Все тонкости данного аспекта нам помогут разобрать ведущий методист отдела реализации социокультурных проектов Мурманского областного дворца культуры и народного творчества имени Кирова Евгения Александровна Дрожилкина. Евгения, здравствуйте. Добрый день, да. И победительница конкурса «Бабушка примерного поведения». Я даже сказать можно, что бабушка примерного поведения всея Мурманской области этого года — Оксана Александровна Комаревцева. Оксана Александровна, здравствуйте. Перед тем, как мы, друзья, начнем наш традиционный новостной информационный дайджест. Мобилизованные северяне могут полгода не платить за вывоз мусора наряду с другими коммунальными услугами, сообщает мурманский филиал компании «Ситиматик». Для этого необходимо написать заявление и предоставить подтверждающие документы. Сделать это могут родственники или доверенные лица мобилизованного. По закону начисления могут быть приостановлены на срок до полугода. Также сейчас рассматривают возможность продлить этот срок до года. Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов России. В среднем на одного жителя было продано 8,2 пачки сигарет. Топ составили эксперты национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Они провели анализ спроса на табачную продукцию в третьем квартале этого года. Первое место заняла Магаданская область, замкнула топ-10 Якутия. Ну а завтра, 12 ноября, в ДК Кирова пройдет первый кубок губернатора Мурманской области по КВН. На сцену выйдут звездные команды телевизионных лиг Международного союза. В Мурманск приедут две команды КВН из высшей лиги. Это «Русская дорога» и «Борцы». С ними будут соревноваться наши ребята Заполярье и команда имени Янковского. Та что игра обещает быть интересной. Ну а мы возвращаемся к нашей теме. Небольшая предыстория. 29 октября на сцене областной Кировки состоялся региональный конкурс «Бабушка примерного поведения», в котором приняли участие 10 активных и творческих женщин из Мурманска, Заозерска, Полярного, Апатит, Заполярного и зато Видяева. Вроде всех перечислил, поэтому наконец-то к нашим гостям. Но кто же она такая, вот бабушка-то примерного поведения? Мы все знаем, не знаю, вот эти стереотипы про вечно таких сетующих бабушек у подъезда, вот которые: «А, вот ходит, там разодел такая-то». Вот, знаем мы там, не знаю, вот аналогию просто там: «Моя бабушка вот в деревне такая, все, как они там поют». Вот. И фильмы, да, мы там видели, там «Легкого поведения», все такое, вот это вся комедийная. Вот примерного поведения-то бабушка, кто она такая, рассказывайте. Ну, для начала хотелось бы заметить, что бабушка — это все-таки не про возраст, да, а про состояние души. Угу. И название довольно-таки утрированное, потому что, ну, кто она такая, эта бабушка примерного поведения? По сути, это любая современная бабушка. Они сейчас очень бодры, эмоциональны, они передвигаются чуть ли не бегом, они все успевают, сидят в социальных сетях, участвуют во всеразличных общественных проектах, водят автомобили, при этом успевают и внуков отвезти. Многие еще и свои автомобили, как я понимаю. Да, это немаловажно. И внуков водят на секции, кружки, при этом сами поют в творческих коллективах, танцуют. В общем, они многозадачны, и поэтому бабушка примерного поведения, думаю, можно назвать каждую современную бабушку. Законопослушно, что немаловажно. Немаловажно. Как появился этот конкурс и какова его главная цель, задача? Ну, он появился в 2021 году. Скажем так, идейными вдохновителями и теми, кто впервые его реализовал, это стали централизованная клубная система города Полярного. Они это придумали и воплотили в жизнь. А уже ДК имени Кирова, в свою очередь, выступил в качестве организатора областного конкурса в 2021 году. То есть в Полярном началось, они на своем уровне провели, уже в Кировку: давайте сделаем это все. Давайте сделаем областное. Это очень здорово у них получилось. И Кировка захотела тоже перенять этот опыт и сделать этот конкурс более масштабным. Ну, выражаясь простым языком, зашло, как я понимаю. Зашло. Вот. И главной целью, конечно, это является непосредственно организация досуга, развить творческий потенциал этих людей. И, конечно же, общение. Ну вот наши бабушки, мы вот сейчас сказали, что они там очень двигаются. Не то, что молодежь вот эта, которые там сидят у себя на диванах, телевизоры смотрят. Да. Есть ли какая-нибудь, наверное, статистика? Потому что вот лично я, по своему примеру, сам в Заозерске жил не так давно, и там в местном доме культуры есть клуб вот для людей такого элегантного возраста, и они в КВН играют, не знаю, у них какие-то театральные постановки, у них
какие-то песни поют, собираются. То есть вот сейчас у нас, получается, люди постарше, они такие... Что, чем это обусловлено-то, на ваш взгляд? Ну, вообще, они очень активные. И хочу сказать, вот у нас на базе дворца проходит достаточно много, да, проектов mm-hmm. для людей, да, более старшего возраста. И они... хотят принимать участие, угу. они ждут, они узнают, когда, что будет, вот как? Мы хотим. Вот это интересно. То есть, ну, понятное дело, там, берем, ну, среднестатистическое, там, да, человек все в интернете, да, мне кажется, люди чуть-чуть постарше все равно, ну, процентное соотношение их поменьше. То есть как, то есть, я представляю себе эту ситуацию элементарным образом, то есть, ну, когда доходит до одного человека, там начинается вот этот, да, нетворкинг между людьми, угу. там, Семен, на, вот, знаешь, да, есть но... такая движуха. А вот как до нее-то донести? То есть это все-таки соцсети? Или... Соцсети, они, у нас есть группа ВКонтакте, mm-hmm. они прекрасно ее знают, они смотрят, когда выйдет новый пост, ждут, знают Давайте, информацию, пять. А далее сарафан. Куда заходить? Что за группа? Группа Мурманского областного дворца культуры. А, и там можно зайти, там написать можно... в группу, там есть что, задать вопрос, как? Конечно, все ответит, все расскажет. Вот даже такой проект у нас есть, танцплощадка. Mm-hmm. Это вторая и четвертая среда каждого месяца. У нас люди старшего поколения приходят потанцевать, отдохнуть. На самом деле, я когда узнала о таком мероприятии, довольно так отнеслась скептически, думаю, mm-hmm. да, ходят, разве, ну неужели? Я когда увидела, я была просто, ну, удивлена, это ничего не сказать. Я была поражена. Mm-hmm. Их, во-первых, было много, они такие активные, такие творческие, заряженные на жизнь, с любовью к этой жизни идут, танцуют в 75 на шпильках, с сумочками в платье. На шпильках? На шпильках. Вообще это стоит увидеть, это очень здорово. Я считаю, такие... мероприятия должны жить дальше. Слушайте, у меня вот есть друг, его девушка постоянно говорит, вот что-то как дед. Вот его можно к вам отправить там на перевоспитание, чтобы он как-то задвигался уже? Можно, нужно, приходите. Вот. Вторая, ну, четвертая среда. Правда, ему 28, ну ничего страшного. Вот, Оксана Александровна, ваши эмоции, впечатления, вот с чего начали-то участие в данном конкурсе? Сначала начала в городе Полярном, готовились в конкурс в Полярном. Это вот первый, про который первый, да. Угу. Я тоже там заняла первое место в нашем городе Полярном. Ну, какое было? Очень было все волнительно. Переживала, плакала. Старалась, чтобы все получилось. Ну и самое главное, чтобы никого не подвести, чтобы победить. А какие дисциплины? То есть как вот конкурс проходил? Что в себя включал там? Включал в Полярном, да, вы имеете в виду? Ну давайте начнем, да, с ним. С Полярного. Ну, это была визитная карточка. Потом был конкурс приготовления какого-либо блюда. Это, ну, легко. Да, совсем. Вот. И третий конкурс, он был произвольный. Задавались что-то вопросы. Типа, а, я думал, что-то типа творческого. А нет, вот нет. Если берем бабушку примерно, поведение Мурманска. Бабушка в Мурманске уже была визитная карточка. Второй конкурс был «Дарю частичку себя». И третий конкурс был «На одной волне». Вот. Для меня был очень сложный, это был второй «Дарю частичку себя». Потому что в этом конкурсе надо было... раскрыть не только, знаете, вот себя, а показать как-то, ну, наверное, подарить сердце свое, чтобы люди поняли и что ты хочешь донести до них. То есть вот судьи обычными вкусными бабушкиными пирожками не проймешь там, да? Ну, во втором конкурсе нет. А в первом, понятно, в общем, друзья, если вы решили начать этот долг... В первом, может быть, можно было подкупить каким-то, ну, вот второй, он был для меня очень был очень 10 участниц, как я понял, было сложно. Да, было очень сложно. Почему? Потому что все участницы были очень сильные. Физически? Нет, вы знаете, все, во-первых, все очень переживали. За кулисье мы стояли, каждый друг другу поддерживали. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то пил таблетки, кто-то пил нервно чай, кофе. Вот, ну, все старались друг друга поддержать. То есть это у вас сейчас можно сказать, что по итогу в любом случае такая сформировалась некая банда? Да, да. Простят меня слушатели. Вы знаете, одна бабушка, вот Свидяева, она вообще, мы все ее поддерживали, потому что она ждала рождения третьего внука. Я уже думала, ребенка, не дай бог. Это было бы интересно, третьего внука. И произошло все во время конкурса? Нет.
нет, к сожалению, мы не так. Не, ну подождал, пусть расслабилась. Ну, она, наверное, конечно, слава богу, появился третий внук. Ну, мы ее все поддерживали. Ну, красота. Поэтому. Да, 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 да. А по поводу отбора участников. Вот кинули клич, давайте все в гости к нам. Это с каких-то объединений, домов культуры или как это все проходит? Мы предложили муниципалитетам организовать у себя на базе их домов культуры так называемые муниципальные этапы. Ну, это такой же конкурс, да, в своем городе. Ну, как в Полярном, грубо говоря, только. Да, да. Вот. И уже их победительницы предстали перед нами в лучшем виде вот на финале 29 октября. Но также были у нас и заявки от отдельных участниц из города Мурманска. Самовыдвиженцы. Да, назовем их так. Уже их мы допускали к конкурсу по представленным видеоматериалам. Вот. Но хочу сказать, что мы допустили конкурс у всех, потому что у нас женщины прекрасно подготовились, и мы решили, что они достойны все себя показать. Ну вот, когда я перечислял, то есть Мурманск, Заозерск, Полярный, Апатит, Заполярный и Видяево, а остальные города, они у нас еще... У нас еще был Ковдор, у них тоже был муниципальный этап, но, к сожалению, у них был тоже юбилей дворца в этот день, у нас просто тоже совсем недавно наложение. Был. Да, и они... Не смогли. Ну, а если про небольшие перспективы на грядущий, то есть, ну, понятное дело, что данное направление будет развиваться, остальные муниципалитеты будут включаться у нас? Ну, мы очень надеемся. Вот, я думаю, они посмотрели в прошлом году, как это было. В этом году это было уже более масштабно, было больше участниц. И на следующий год мы ждем их. Ну, придумаем что-нибудь поинтереснее. Вот, чтобы не было у нас такого, то, что уходит на муниципалитет, начинается, там, не знаю, народный патруль, искать бабушек, все, приводить их, говорит, ты поедешь в Мурманск. Вот, разница, наверное, такая тема отцов и детей, вот это вот всегда. Как удается людям постарше все-таки понимать-то наш... Например, возьмем слова, вот как вы в современном языке? Знаете, что такое слово, там, кринж, например, краш? Фейк, хайп, датчики. Отлично, да. Я вот не знаю, честное слово. Вот первые два. Вы знаете, вот был такой конкурс тоже. Да, на одной волне. Да, на одной волне вот был, кстати говоря, вот эти вот... Хайпануть на ютубчике, чтобы там вы подписчики... Вы знаете, мы сначала... Во-первых, была возрастная категория у всех очень рада. От 85 лет и... До, наверное, 48. Да, там 47, да, где-то. Да, вот да, так. 46. Естественно, ну, понятно, что мы более молодое, такое помоложе поколение, чем 85, хотя мы все бабушки были там собраны. Мы знали, что такое там фейк, хайп, да, а бабушке 85-летней было сложновато. Они знают, что такое трудовой лагерь, да, партбилет. Да, 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 политинформация. И значение там... всех слов советского времени, имен советского времени. Ну, вы знаете... Что сказать, что у каждого поколения, наверное, свой сленг, у каждого поколения, поэтому каждое поколение растет с этим сленгом, каждое поколение вырастает, забывает это, эти слова. Ну, я считаю, что как я отношусь к этому, да, в общем-то, как, наверное... Не, ну, а получаете вот эту информацию как интернет или, не знаю, там дети, внуки помогают? Ну, наверное, больше внуки, да. У меня внуку 9 лет, и больше он... мне помогает вот в этом всем. Бабушка, ты должна знать, что такое фейк, хайп, бабушка. Ты... Сейчас в наше время вообще нужно всегда знать, что такое фейк. Да, да, да. Вот поэтому. Ну, на самом деле, Оксана Александровна, она хоть и говорит, что было сложно, но они отвечали четко, быстро, слаженно, кто первый. На самом деле, они собрались и очень хорошо, достойно ответили на все вопросы. И еще такой был момент в этом конкурсе. Мы также предлагали им угадать популярные детские игрушки. Потому что сейчас с ними тоже не все так просто. Это не просто зайчик, не просто собачка, да? Это, например, там нейроскакалка, слаймы, ну вот... Хаги-ваги. Хаги-ваги, да. Страшные, какие вещи. Ну что ж, мы продолжим обсуждать эту тему совсем уже скоро, после небольшого рекламного перерыва. Оставайтесь на Arctic TV и радиостанции Рекорд. Реклама.
И вновь открытая студия здесь сейчас, специально для каждого из наших зрителей и слушателей. Тема, напомню, бабушка примерного поведения 2022. Это у нас областной региональный конкурс, который проходил в Кировке и недавно закончился 29 октября, если быть точным. И помогает нам разобраться в этом вопросе ведущий методист отдела реализации социокультурных проектов Мурманского областного дворца культуры имени народного творчества и народного творчества имени Кирова Евгения Александровна Дрожилкина и победительница конкурса, собственно, бабушка примерного поведения Оксана Александровна Комаревцева. Сейчас блок небольшой для любителей цифр. Вот они просто нас обожают. Это добрая часть наших слушателей и зрителей. 99-45-45 номер для того, чтобы нам позвонить. И плюс 7-921-708-2006. Это наши телеграммы и вайбер, куда вы можете написать свои вопросы. Мы непременно все озвучим. Вот сейчас сидит какая-нибудь бабушка и хочет. Думаю, как приму участие, как задам вопрос. А мы сразу же в режиме нон-стоп на это все и ответим. Да простит меня уже вышеупомянутый в первой части программы друг, который является в 28 лет дедушкой, ну, по жизни. Вот. Видимо, это связано, то, что вот он такой иногда где-то подустает, там тут и всякие прочие моменты. А вот по вашему мнению, вот мы сейчас говорили как раз про наших активных людей постарше, которые вот, они прям берут, то есть и слова знают, и технику осваивают. Вот как думаете, в чем причина-то? Почему они хотят вот так вот жадно все забрать? Ну, наверное, с точки зрения, да, своего возраста, как мне кажется, мы все время, ну вот мы, да, мое поколение, мы стараемся откладывать все на потом, а сделаю завтра, а там послезавтра, сейчас некогда, ну вот немножко не время, неподходящее, ждем идеального. А они уже, да, с высоты прожитых лет, они понимают, что жизнь-то она проходит, и проходит довольно быстро. Поэтому надо хватать это прямо сейчас, сделать все то, о чем мечтал, что хотел, и стараться прожить каждый день, ну, здорово. Чтобы было потом чем наслаждаться, что вспомнить. Было что вспомнить, да. Да, ну вот со мной вы согласитесь. Да, абсолютно. Ну и очень важно, как я понял, тут поддержка тоже семьи, потому что, чтобы выпить. Вот я за собой, серьезно, да, вот мы сейчас говорили за эфиром, друзья, вот серьезно, я уже из некоторых слов там каких-то выпадаю, какие-то приложения появляются новые, ты уже заходишь вроде всю жизнь с компьютером, а тут понимаешь, что ой, и беда. А почему, вот что подвигло-то принять участие в конкурсе? Просто позвали, сказали, нет, может, там, вы знаете, нет. Вообще, что сподвигло, моя дочь младшая, она моя зажигалочка, она, в общем-то, меня на это все сподвигла, и она старается, чтобы я была всегда активна. Вы знаете, вот мне очень хотелось сказать, что самое страшное в старении, это быть, ну, становиться невидимым человеком. Человек, когда молод, да, он что делает? Он красив, силен. Мечтает выспаться. Да, вот. А когда ты становишься уже пожилым человеком, ты становишься невидимым и прозрачным. Вот это мое личное мнение. Поэтому вот я хочу сказать огромное спасибо моей дочке, что она меня, ну, вытащила, наверное. Как говорят, ты становишься невидим в этом старом поношенном пальто. Вот, чтобы быть не в старом, не поношенном пальто, вот моя дочка старается меня всегда куда-то просто продвинуть, выдвинуть, чтобы я не засиделась, и чтобы я... Хотя мне хватает, я работаю, у меня внуки, у меня хожу муж. Хожу в караоке, да, в клубы, там, плавание. Вот, поэтому вот, чтобы стать невидимкой, вот она меня... на этот конкурс. Мы прям вот так глубоко копнули. Да, на самом деле, друзья, вот воспользуюсь такой ситуацией, если есть у вас, ну, в любом случае, я думаю, у многих есть там родители и бабушки, кто постарше, проявите внимание и давайте создавать движение и хорошее, чтобы плохому в этой жизни места не осталось. Вот. Наверное, вопрос про подготовку. Вот как он проходил, то есть кто помогал, это непосредственно в Кировке или, не знаю, родственники, кто был рядом? Кто был рядом, я очень вообще благодарна своей команде, всем, кто меня поддерживал, кто готовил, кто привозил, кто увозил, кто приходил со мной на репетицию. Вы знаете, очень было все весело, бурно, с переживаниями, со слезами. Я хочу сказать огромное спасибо методисту детского сада номер один, это Дюжевой, Марине Анатольевне, Клавдии
Викторовне Кабалюк. Это моя подруга, которая меня тоже всегда поддерживала, которая помогала, что-то редактировала, что-то вставляла, какие-то делала движения, передвигала. Конечно, скажу огромное спасибо всей команде ГЦК «Север». Это Сонечке, которая приехала также со мной меня поддержать, всем волонтерам ГЦК «Север», ну и, конечно, моей семье, которая была рядом до последнего конкурса. Переживали, держали кулачки. Да, 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 они кричали, рисовали плакаты, поэтому спасибо им огромное. Еще хотелось бы сказать огромное спасибо детям, которые приехали со мной, моим Машенькам, как я их назвала, они танцевали танец, поддерживали меня в визитной карточке, вот. Что они приехали, уделили время, и это была суббота, родители, все. Это моя команда, спасибо им огромное. Не, ну круто же, что все получилось. Вот, Евгений, у меня вопрос о номинации. Как-то была градация или выбирали вот все? Вот, бабушка number one и все? Нет, каждая бабушка однозначно достойна, чтобы ее заметили, отметили. Угу. И помимо, у нас было два третьих, два вторых, одно первое. Помимо этих мест у нас были определены специальные номинации. Ну, на самом деле очень сложно описать бабушку одним каким-то словом. Ну, такую творческую, талантливую. Ну, мы очень постарались, у нас была номинация и «Сказка-бабушка», и «Супер-бабушка», и «Мульти-бабушка». Потому что они все мультизадачны, они делают все. Вообще даже сложно представить, как они там все успевают. Вот, и была «Фэшн-бабушка», ну, сейчас, наверное, правильно сказать, «Модная бабушка». Сейчас вот. В Милане, да, вроде на неделе моды тусуется? Да, да, да. Вот, поэтому у нас все были отмечены, все награждены дипломами. Конечно же, подарками, цветами. В общем, финал у нас был такой красивый, трогательный. Ой, прям милый. Я сейчас, вот у меня щеки начали краснеть, мне кажется. А как оценивались-то они, по каким критериям? Ну, в основном... То есть были три, получается, у нас было этапа, да? Три конкурса, три члена жюри. А кто в жюри был? У нас в жюри была Романенко Анна Александровна. Это представитель члена городского клуба старшего поколения. Uh-huh. Арно Наталья Викторовна. Она являлась победительницей прошлого года, uh-huh, областного конкурса. В 2021 году она выиграла его. Также она и серебряный волонтер. Ну, в общем, у нее куча званий. Много-много. И Выдрин Виктор Борисович – это ведущий методист по хореографии отдела народного творчества дворца. То есть такой Мигель из танцев, грубо говоря, только в Кировке. Да. И в основном оценивалась оригинальность замысла, соответствие темы заявленного, mm-hmm, конкурса. Например, если это творческий конкурс «Дарю частичку добра». То есть, ну, чтобы все соответствовало. И общее впечатление от выступления, конечно, артистизм, эмоциональность. Вкусно? Вообще. Не, вопрос просто к чему? Я просто сижу, и у меня на подкорке вот просто, ну, как я представляю, там бабушка, да, вот мы уже говорили, то, что можно было там пирожками. Ну, несли, наверное, какие-нибудь вкусняшки-то вам, нет? Ну, одна, по-моему, вы. Да. Да, одна, вот Оксана Александровна как раз-таки угостила членов жюри. Там пирожные, да, были? Да, потому что у нас конкурс Машеньки, которые танцевали танец, варили варенье. Mm-hmm. Из мультика, может, помните, Маша Медведь, ты варись, варись, она очень классная. Варенье, да. Да. Вот. Девочки, опять же, вот я повторюсь, танцевали. Я в это время шел видеоролик, где варила варенье с внучкой. И мы решили, так как варенье в банке, ну, уже было не привезти, мы решили сделать, чтобы это варенье было внутри, в капкейках. Такого современного. Это были такие... В капкейках. Да. 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 Вот так вам. Вот какие бабушки. Вот. Мы угостили членов жюри вот этими капкейками. И это варенье, которое варилось на экране, мы угостили вот... Так вот. Это уже мы задобрили немножечко жюри. Правильно, вот, поэтому следующим участникам такой лайфхак, и вам же будет приятно, вашим там организаторам и всей Кировке, потому что нанесут все-таки. Как в поле чудес, да? Да, да, да. Вот, кстати, видите, уже там, не знаю, так, четвертый там будет конкурс, там какой-нибудь кулинарный, вот, все, целый барабан, и потом можно не в музей, а где-нибудь с чаем и как раз с ними же выпить. Вот говорили мы про сообщество, да, которое, в принципе, есть. Много у нас, да, в регионе клубов подобных. Ну, вообще, да. Да, много. Я, возможно, не все их знаю, но в Мурманске достаточно. И, насколько я знаю, что у нас в Мурманской области проживает около 215 тысяч пенсионеров. Угу. Я считаю, что такие клубы должны открываться. Учитывая молодых военных, кстати, почему бы и нет? Ну, да. Они должны открываться, существовать, потому что, как я уже говорила,
такие люди нуждаются в том, чтобы их видели, чтобы они общались, и чтобы им было куда пойти. Ну, вот из тех направлений, в принципе, все есть. То есть, наверное, да, и танцы, и клубы по интересам, какие-нибудь музыкальные, может, они поют вместе. Просто вот куда, грубо говоря, мне кажется, идти обращаться вот в первую очередь. То есть, в Мурманске, понятно, там Кировка, да, ну, там подскажут, потому что знаем, что все здесь. А вот если, не знаю, то есть те же самые какие-нибудь муниципалитеты. А я думаю, все это также, наверное, вот это такая точка, да, соприкосновения. Дома культуры. Дома культуры, да? Это всегда им рады, всегда вот, их примут. Да, а дети и внуки, заходите, и уж думаю, для вас-то проблемы точно никакой не будет, зайти в интернет и посмотреть, куда можно, так скажем, пристроить свою бабушку или дедушку, тем более, вот говорю, что есть личный пример из Озерска, просто такие тоже, они прям активные, вроде они сейчас даже в КВН не выступают, то есть я смотрю, ну, мне просто всегда за то, прям я радуюсь, когда вот Полярный, Ведя, там все друзья с давних времен были еще на... всех соревнованиях и давно дружим. Чего не хватает вот данному направлению, чего не хватает конкурсу? То есть, чего хотелось бы? Такие небольшие планы, ожидания на будущее. Чего не хватает? Нагиева в качестве ведущего или Баринова Алексея. Ладно, да, это да. Мы решим. Звездного ведущего. Да. Как мы уже говорили, наверное, обратная связь от остальных муниципалитетов. Хотелось бы в идеале, чтобы все муниципалитеты, да, у нас их чуть менее 20, приняли участие, и чтобы это был такой полноценный региональный конкурс. Ну а затем, может быть, я, конечно, пофантазирую, мы бы пригласили и другие регионы. Вот. Почему ближайшую нет? Карелию, мне кажется, там, ну, там почему очень нет? Сильные бабушки. Они-то на елочных шишках, наверное, такие варенья там делают. Ну, я думаю, наши не хуже. Вот. Ну, я говорю, там заруба будет ого-го. Справитесь? А без вас тогда и Нагиев подтянет, да? Вот. Ну, начнем с меня. Вот. Что ж, огромное спасибо вам за то, что делили время. Действительно, желаю процветания проекту, потому что это очень такая вот социально важная тема. Нужно действительно поддерживать, обращать внимание. Вам огромное спасибо за то, что вот, ну, примером прям показываете, что нужно делать. Я вот уже стану дедушкой и тоже буду где-то там всякие движухи устраивать. Спасибо вам. Спасибо. Вот. А мы с вами, уважаемые радиослушатели и телезрители, прощаемся до понедельника. Всем отличных выходных. Это «Открытая студия». Меня звали и зовут, собственно, Алексей Баринов. Всем хороших выходных. Пока.